Уха, знаете, еще из куриных голеней. Вот так вот решил себе попробовать такую штуку. То есть купил пачку целую, она замороженная была, чтобы не размораживать. И целиком все отпустил, добавил, как уху обычно добавляют, картошка, лаврушка, перец, соль. Все. А, лук еще. Ждем, пока маленько она стоит. Сейчас крышка накрою, а потом буду ужинать. Потому что уже поздно, скоро спать и завтра на работу снова. Ай, вкуснятина какая. Да и кто бы сомневался. Друзья, всем привет. Новый ролик начинаю снимать. Не знаю, когда его закончу снимать. Ну, по крайней мере, начинаю. Один ролик вот сейчас смонтировал. Когда его выложу, еще не знаю. А потом начну новый снимать. Ну, как начал уже. Сегодня вот с работы пришел, поздновато. Время уже позднее. Я не об этом, не о том, что я, сколько времени, в данный момент я о том, что приходишь с работы, сходил сегодня за дровами, сходил до магазина, чтобы приготовить себе вкуснятину. И все, на улицу выходишь, глаз выхали, темнота. То есть, да и на улице прохладно ночами. То есть, начинается все то, с чего мы начинали жизнь холостяцкую. Приходишь домой, да, вот, ну, я как раз где-то, ну, я вот уже второй год начинаю здесь жить. Ну, можно сказать, что вот ровно год где-то примерно плюс-минус. И вот как-то так. Что добавить? Пока ничего не буду добавлять, потому что будем снимать ролик, а дальше увидите сами. Что-нибудь добавлю. Сижу, смотрю хоккей. На телефоне. И одновременно на телевизоре. Так что на телефоне я снимаю. Не буду его занимать надолго. Буду смотреть и там, и там. Друзья, тоже новый день. Отработанный, который был только что мной. Пятница. Завтра Максима день рождения, а мне на работу найти. Вот такая вот фигня происходит у нас. Потому что начальству праздники ваши не интересуют. Хотя в принципе суббота не обязательно работать. Не знаю, с Максимом можем в воскресенье посидеть, завтра я поздравлю по телефону. В воскресенье можно с ним, с Яной, до бабушки сходить, там посидеть, отдохнуть, тортик какой-нибудь съесть. Так что, не знаю, видно будет, завтра еще отработаем, завтра вот какая-нибудь поломка, дуб произойдет, и раньше времени ты на работу уедешь. Так, сейчас сразу пришел, пока светло, дров принесу. Вчера накочегарил, какого хрена дома. А ночь-то теплая была такая, более-менее. Что пришлось аж на полу спать. Разогнался. Думал, все, морозы пришли. А так, хрен еще не морозы. Иду до мамы по важным делам. Хотел давно сходить, она работала сейчас за 9 часов, 2 дня подряд. Не получалось нам состыковаться. Времени 6 еще нет, на улице уже темно. И осень резко началась. Да? Все в желтых листьях. Вот так вот. Друзья, пришел от мамы. Печку. Скоро спать. Делать особо нечего. Телевизор смотрю. Вести готовить не надо. Надо попросить полы бы.
Ну это можно и завтра сделать. Сегодня. И завтра после работы не захочется. Можно в воскресенье это сделать. А так в целом, что я могу сказать? Да нифига. Жизнь как жизнь, тихонько продолжается. Так все по-старому. Вернулись к тому, с чего начинали, то есть, как сюда заехали. Начинаются холода, топить печки, запасаться дровами. В целом, больше ничего. Но есть что-то новое, что в жизни происходило, но это я не буду озвучивать. И потом еще с вами поговорю на одну интересную тему, которая многих интересует, но это не сейчас, неохота мне. Это просто отдохнуть, потому что сегодня я сильно устал, как и любой рабочий день. И делать ничего толком не хочется. И рассказывать, и куда-то просто отдохнуть. Потому что отдыхать мне осталось максимум час, пока печку топлю, дальше спать. А утром рано вставать и опять на работу. День сурка. Пошел в магазин. А то что-то захотелось. Еще не знаю чего. Как баба беременная. Иду затем. Затем не знаю зачем. Сейчас приду, узнаю. Не, перекусили, хоть еще не вкусненько, а что такое взять, не знаю еще. Так что сейчас увижу. А что сидишь? Ты что? Ой, красивый один. Пошли в свой магазин, я тебе рыбу куплю. Не хочет рыбы. Натопил-то опять переставался, по-моему. Хотя бы ведров маленько не выносил. Короче, вот такая штука. Хлеб обыкновенный, горчица среднеострая и какие-то сосиски. Какие-то копченые. Ну, судя по ценнику, не дай бог, они должны быть невкусные. Я очень буду удивлен. Я пошел тестировать, смотреть там мини-клаб и культурно отдыхать. Ну и спать, соответственно. Папа! Вся устала. Как это называется? Она сейчас по палку-то между ног вставляет и скачет. Баба Яга, как это? Нет. Сейчас вид спорта такой есть. Нет. Как-то хор... Хобби-хорстер. А это вот кейк-квадроберы. Ну, это люди, которые в зверей переодеваются. А ты это откуда знаешь? Продвинутый, ёпти. В каком-то городе девушка себе упала с этой подземной фигни, знаешь, какие такие есть? Подземный так вниз. Переход. Ну да, помнишь? Ну и чё? В каком-то городе есть такие, и вот там девушка упала с этой фигни и села. Ну череп вообще на кусочки вообще распался, и она умерла. Mm-hmm. Не знал? Нет. Поехали? Все, начали качаться. Нет, на нее и хотела. Хобби-хорстеры. Мяу-мяу-мяу. У тебя губы красные, ты любишься будет. Ты намалёва. Красавица. Хватит. О, гуля-гуля. Да, типа, я тут всё интересно. О, сейчас вместим.
И не остановить. О, нога летает. Дедушка, гуля, гуля. Прибывают, смотри, как заприбывало сразу. Ой-ой-ой, ушки, ой-ой. Развел курятник тут. На, в кармане, бери у меня вот это. Семечки. Вот ты все-то сразу не кидай. Ну-ка, киньте туда, в эту штуку. Бегал один, два бегало. Не, вот стоп. Не видели. Поехали. Дай мне семечку. Так я не знаю, там меня все забрала. Все? Дай мне чуть. Ты им одну кинь, так они и то. Не, эти сыкливые. Те-то сразу на руку садятся. Да, да, а тут папина. Не, смотри, берут. Самые эти, продвинутые. А где Максим? Бедный гуля, на семечку гуля. Гуля, где семечка? Нету больше. Во! Полетел, ловят. Он один сверху смотрит. Что, куда упадет, не упадет. Все, поздно, мертво. Я теперь тебе придется домой их всех. Ребята, 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 семечки, семечки. Ну, что-то, что-то. Что-то у них там любовь, по-моему, была сейчас. Да куда? О, кататься. Точно все достало. Правильно, до одной семечки далеко могу упасть, камон. Я дам сейчас пятки в нос. Я ваша мама. Садись на ногу. У меня ботинок, смотри, как он на семечку похож. На большую. Еще другой стороны крыши. Спасибо. Что, двигаемся дальше или что? Максим, это правда кусочек от БМВ, который ты мне отдал? Да. Кусочек БМВ? Да, я понял. А, кстати, продвинутый, нашел семечки-то там, которые лежали. А сколько он стоит? Примерно сколько, за сколько продать можно? Ну, за 50 рублей кусочек-то можно продать. 50! 50 рублей? Какой кусочек БМВ? Кусочек БМВ. От бампера. Кусок. Валяться на дороге. Всем привет! И сегодня распаковка. Ну, сначала... Это мой автомат за 30 рублей. Это лапок. Где-то пюре с сухариками и с куриным вкусом. Еще чипсы, кранчи, сметана, лук и мой любимый флешбай. Хотели на выходном распечатать фотографии, но все весь день не работают. Так что фотографии нам не распечатали. Пустую прогулялись. Все? Да. Так, все, хрена у тебя как получается, ушами хлопать.
Че? Заходи, заходи к нам в гости. Не стесняйся. Вперед уже бежит тебя. Приглашение не надо. Там не надо ничего доставать. Это мусорка. Подружка пришла ко мне на выходные. Больше месяца не видел. Сегодня с работы прихожу, пятница. Она ко мне на выходные пришла, оказывается, сидит на тречке, хвостиком машет. Я пошел к подруге сходить, прогуляюсь в одно. Она, естественно, со мной. Я дал перекусить. Пошли давай. Ну и собачка. Лохматка. Будут с пользой 100%. Я уже не точно знаю, это на 100% не уверен, а на 200% уверен, что будет с пользой, потому что делал очень много, хотел ехать в Киров на концерт. Опять же, я всю эту поездку отменил, потому что много дел. Это нужно как-то разрулить. Не смущай собачек местных. Она в этом районе первый раз, не знаю, куда идти. Со всех сторон гостя. Я стесняюсь, что он увидит. А так же, ну, все по-старому. Ничего не меняется особо. Ну как, меняются. Даже в интересную сторону я сказал. Но об этом я пока вам рассказывать не буду, потому что рано. Ну, короче, живем потихонечку. Пока мне все нравится. Как я живу, чем я занимаюсь. Но об этом, обо всем в подробностях, если даже об этом узнаете, позднее. Ну, хорошо, выдвинулись. Подождете маленько. Тут теплее. Я на чердак слазаю, так вы уберете лестницу. Вам там ничего не надо? Нет. Погляжу, что там творится, да. Аккуратнее лазить тоже. Там одеяло худое, потом туалет закрыт. А в туалете это все равно блестит. Мало ли ты ковер персидский подрезал. Миссия выполнена.
А вот и зима подкрадывается. 1 ноября. Практически месяц ролик снимаю, но тем не менее снимаю хотя бы. Ну что, друзья, ролик снимаю уже чуть не месяц. Ну месяц, наверное, снимаю. Так что на этом могу заканчивать. Не знаю, что там получилось. Я его потихонечку монтировал, добавлял видосики. Короче, склею все просто так. Это нарезки, это вот все так чередой шло. Что было, то было. Сейчас вы все увидите. Но вы многого, многого из моей жизни не увидели и не увидите. Так что это только так вот. Набросочки. Интересно. Ну как интересно. Кому-то просто, чтобы не потеряли. Некоторые, знаете, пишут. Ну так и так, где-то Юра там куда девался. Так что для того, чтобы сильно не теряли. Я здесь, я с вами. Ну, извините, что редко появляюсь для вас в сети. Спасибо, что смотрите. Всем пока, до скорых встреч. По-любому еще увидимся. Так что зима близко. Возможно, будет много чего интересного. Всем пока, до скорых встреч.